новое движение уже третьего сезона. И с вами я, его ведущий Виталий Томин. Каждое воскресенье мы будем знакомить вас с тремя участниками, лишь один из которых получит пропуск в финал. Кто именно, решат эксперты и вы, уважаемые зрители. Так что добро пожаловать в новый сезон. Новое движение с каждым годом становится все шире и шире. В этом году конкурс получил статус международного, добавив в свою географию Белоруссию и Казахстан. Из российских городов к проекту присоединились Казань, Мурманск и Нижний Новгород. Приз за главное место стал еще больше, а статус жюри еще выше. Услышать о себе мнение профессионала интересно каждому, а уж тем более именитой звезды или культового музыканта. Вячеслав Бутусов – советский российский рок-музыкант, лидер групп Nautilus Pompilius и Юпитер, писатель, обладатель премии Муз-ТВ-2005 за вклад в развитие отечественной рок-музыки. Игорь Рольник – гитарист венского октета Princess Engine, представитель русско-немецкого концертного агентства People D в Австрии. Владимир Корниенко – автор песен, музыкант, аранжировщик. Известен по работе с Земфирой над альбомом «Вендетта». Принимал участие в записи альбомов Найка Борзова, Дианы Арбениной, Мары. Найк Борзов – советский российский рок-музыкант и автор песен. Исполнитель года 2000 по версии столичных СМИ. В 2003 году сыграл Курта Кобейна в постановке Юрия Грымова «Нирвана». В 2014 году награжден Всероссийской организацией интеллектуальной собственности за вклад в развитие музыкальной культуры. Константин Чалых – российский музыкант, автор песен и продюсер. Участник музыкальных групп «Седьмая раса», «Сенсей», «Мои ракеты вверх». Принимал участие в записи альбома Земфиры «Жить в твоей голове». Линда – российская певица, автор песен. Музыка Линды сочетает элементы этники и альтернативной электроники. За свою карьеру певица продала более 3 миллионов альбомов. Итак, представляем вам первую тройку игроков. В прошлом сезоне победителем стала Самара. В этом с нее и начнем. Группа SunExpress уже побывала в финале проекта под именем «Алексей Психический Бэнд». Ребрендинг, перемены в составе, новый вектор в музыке и улучшенная версия самарского бэнда снова с нами. Мы стали жестче однозначно. В плане музыки мы стали жестче, а в плане романтики она по-прежнему осталась так же в нашей музыке, как и была раньше. Я бы сказал, что стало всего больше, потому что когда все качественнее, когда все ближе к тому идеалу, который хочешь, тогда всего становится больше, потому что это все становится более заметно, более понятно. Мы за этот год как бы себя оценим очень неплохо. Мы стали нормальной командой, которая нам нравится. И если жюри оценит нас как-то по-другому, это их дело. Мы себе нравимся. Да, нас все устраивает. Нас все устраивает. Отдай мое сердце, позволь этой муке закончиться в миг. Но я так привык, нет. Оставь мое сердце, я глупый, наверное, но больше, чем всем, я верю тебе. Оставь мое сердце себе. Yeah!
позволь этой муке закончиться в миг. Но я так привык, оставь мое сердце. Я глупый, наверное, но больше, чем всем, я верю тебе. Отдай мое сердце, позволь этой муке закончиться в миг. Но я так привык, оставь мое сердце. Я глупый, наверное, но больше, чем всем, я верю тебе. Оставь мое сердце себе. «Кайфовые ребята», говорит о самарской рок-группе певица Линда. Все эксперты отмечают слаженную и уверенную игру команды. Даже скептично настроенный Найк Борзов признал, что сыграно неплохо. Особую симпатию коллективу «Сан-Экспресс» в связи с их песней «Друзья, враги», в которой я услышал очень много положительных моментов, в частности, запоминающуюся мелодию, лаконичную аранжировку, слаженную игру. Вокалист был похож на Мишу Козыря, что тоже, мне кажется, плюс. И вообще, по-моему, замечательные ребята. Понравились. Весьма динамичная, энергичная и сыгранная команда. Единственное, что бэк-вокалист немного выбивался во время припева на длинных нотах. В целом, понравились. Оценка 5. Если вы друзья, а не враги качественной музыки, поддержите «Сан-Экспресс» на сайте orinshow.ru. Голосование по доброй традиции бесплатно. А наш следующий участник из Оренбурга. Группа «Skyfall». Молодые, дерзкие, невероятно энергичные. Лидер команды Ирина Быконя. Она уже знает победу на вкус. Ведь в прошлом сезоне она вышла в финал как фронтвумен группа «Мила Морентум». Вернулась она в составе сольного проекта, отличительная черточка которого – позитивный настрой. Мы хотим своей музыкой прям вот что-то вот оживлять внутри людей, чтобы вот они прекращали вот сидеть дома, вот страдать по всякой фигне, чтобы брали в свои руки, в общем, свою жизнь, шли вперед мир завоевывать. И это мы делаем за счет того, что у нас энергетика бешеная просто. У нас у самих, у нас и на репетициях, и все такое, в общем, и в нашей музыке тоже. Нужно всегда понимать, что ты делаешь это для кого-то, тогда творческий поток начинается. То, что ты посылаешь другим людям, возвращается тебе. И еще в десятерне возвращается. Я в такое верю, поэтому я стараюсь очень осознанно теперь к этому относиться. Все-таки позитив посылать, чтобы потом мне позитивчика прилетало. Своей серой, нет, знаешь, как не понять.
Игорь Рольник считает, что вокал не совсем подходит к стилю музыки. Лидер «Моей ракеты вверх» Константин Чалых ставит четверку, но советует внимательнее слушать друг друга. А Вячеслав Бутусов замечает, что девушка на сцене – большая ответственность. Все это уже много раз было. И такое ощущение у меня было, что я попал на экзамен в какой-то музыкальный училище. Поставил вообще двойку, потому что им нужно много репетировать еще, прежде чем вообще показываться. Не получилось какой-то сыгранности, какой-то органики, нет какого-то единого целого. Нет ощущения, что это группа, на мой взгляд. Все как-то по отдельности живут. Ну и в целом, конечно, имидж какой-то странноватый. И, ну, как-то вот такое ощущение, что они вот прям за 5 минут собрались и вот выступили. Вот, поэтому, конечно, нужно, мне кажется, думать еще над направлением, развитием. Вот. А так ребят прикольные, особенно мне понравился по имиджу барабанщик, гитарист. Ну что, зарядило позитивом и хочется еще? Тогда заходи на сайт orinshow.ru и голосуй за проект Skyfall. А замыкает тройку первооткрывателей группа Kipling из Оренбурга. Та самая, чей незабываемый драйв и британский акцент принесли команде бронзовую медаль в первом сезоне. Самые фанковые инди-рокеры города пришли на конкурс с песней под интригующим названием «Painted Animals» или по-русски «Раскрашенные животные». Песня о том, что да, люди, они в принципе как раскрашенные животные, ничем от них не отличаются, ну в хорошем смысле. Потому что нужно быть ближе к природе, ближе к тому естеству, от которого мы выросли и все появились. Если мы будем отдаляться, то это чревато какими-то последствиями нехорошими. Есть два лагеря у музыкантов. Одни знают, что есть 7 нот, и как бы ограничены какими-то там канонами и прочим. А другие у них спрашивают, а ты ноты знаешь? А он говорит, кто же их знает, их же тысячи. В этом тоже нет ничего плохого, потому что люди без музыкального образования, мы, кстати, тоже вот из числа таких, они по-другому смотрят на процесс создания музыки. We are the pain. We are the pain. We are the pain.
Уже у второй команды находит музыкант Корней лишние аранжировочные изыскания. А еще советует не браться за английский, не будучи англичанином. Вячеславу Бутусову музыка Киплинга из всех участников кажется наиболее интересной. Ставлю группе за исполнение песни 5 баллов. В принципе, мне понравилось, ребята играют очень хорошо, но индивидуальности очень мало, и вокалист, мне кажется, ему стоит еще поискать немного свой голос, потому что, мне кажется, он не найден. Но сыграно профессионально, все здорово. Эмоционально, драйвово, такой симбиоз драйва, электроники, элементы джаза. Очень клево. Мне кажется, ребята в очень классном и правильном поиске. Очень сыгранный, эмоциональный, есть посыл какой-то внутренний. Мелодично, очень так, ну, с таким возрастанием каким-то. Немножко, на мой взгляд, немножко затянуто. Вот поэтому к концу немножко хочется уже как бы, ну, какую-то точку завершения поставить. Хотите услышать группу «Киплинг» в финале? Все в ваших руках, в том числе компьютерная мышка, которой можно кликнуть «Проголосовать» на сайте orangeshow.ru. Напомним, что каждое воскресенье финал будет выходить только одна команда из трех. Результаты голосования в следующем выпуске. А пока смотрим, как распределились симпатии экспертов между нынешними конкурсантами. Таким образом, рейтинг оценок экспертов возглавляет оренбургская группа «Киплинг». Самарская команда «Санэкспресс» занимает среднюю позицию. Другая группа из Оренбурга «Скайфолл» — нижнюю. Если ситуация с оценками вам не по вкусу, измените рейтинг сами. Команды ждут ваших голосов. А на этом все. Смотрите нас ровно через неделю. Встречайте весну с музыкой и будьте в движении. Компания «Медиатайм», партнер информационного агентства «Оринформ». Звуковая реклама на остановках Оренбурга.